все, здравствуйте. Вот и весна пришла. Сегодня 11 апреля. Начинают цвести дендробиумы. Некоторые начинают, некоторые заканчивают. Это, например, дендробиум Фармери Пинк. В этом году так рясно цветет. Я насчитала у него 8 цветоносов. У него такие ребристые бульбы. И цветоносы пошли одновременно, поэтому одновременно будет такое цветение розовых облаков. Красивые цветочки. Далее тут цветет у меня дендробиум Даун Мэри. Вот этот дендробиум держит цветочки 5 месяцев. Цветки у него вот восковые, как будто искусственные. Но и также и растит бутоны, он их растил месяца 3. Пока вот они раскрылись. Такие яркие, плотные. Так, тут у нас цветет дендробиум Ладигези. У них похожи цветочки с Пьерарди, но запах такой цитрусовый, приятный. К нему подходишь, очень ароматный. Наверху, конечно, доцветает Пьерарди. Мне его даже страшно снять. Потом совсем такой большой стал. Что с ним делать? Тут уже бульбы пошли. Вот. Очень ароматный. Тут дендрофаленопсис тоже достаточно долго цветет. Такие красивые листики. Плотные. Так, тут у нас собирается дендробиум специозум цвести. Такое мощное растение. Очень тяжелый. Посадка у него. Вот именно у этого дендробиума. Камни, вулканическая лава, кора. Еще есть дендробиум специозум, только мини-сорт, это американский гибрид. Как цвести, не знаю, будет, но жду. Вот, можно увидеть, что он небольшой. И идут вот этот вот цветонос будет расти. Интересно, какой он. Ну, кустик пушистенький. Так, здесь у нас тоже дендробиум специозум, только артист. Но, как оказалось, это совершенно не артист. Покажу сейчас вам, как у меня растут котлеи. Вот я включаю тут на телефоне фонарик. И с другой стороны начинаю подсвечивать. Вот, например, здесь только в самом-самом начале можно пупочку увидеть. Здесь тоже сложно. Но вот она отсвечивает темным пятнышком в чехле. Плохо получается. Да, вот там вот видно. Есть еще котлейка, которые бутончики более видно. Сейчас обойду с другой стороны. Их много разных. Пока обхожу, покажу вам еще один. Но тут уже видно, что с чехла начинает выходить. А на просвет это выглядит вот так. Вот это у нас будет Лилия Зип. Это Миллери на тенеброзу. Это будет темно-красная, бурячная. Но по форме это будет тенеброза больше. Вот я дошла. Сейчас покажу вам бутончики. Здесь. Вот они. На просвет, я даже посчитала, здесь будет 3 бутончика. Это Варшевича Сандриана. Но будет ли она или не будет, покажет по бирке она. Так, тут у нас будет цвести еще Шрёдери. Вот здесь вот видно надорванный чехол. Там вот зелененькое растет. А есть еще чехол, где четко видно, что растут бутоны. Сейчас попробую. А вот здесь. Ну вот на камеру уже не видно. Ну вот они, да, зелененькие как раз. Ну вот по. А еще есть пурпурат. Вот он на заднем плане за корзинкой. Листья огромные, сейчас к ним подойду. Покажу, как у нее на просвет растут бутончики. Так. Идем. Вот.
Ладно, покажу на этом чехле. А вот они. Тут чехол очень-очень плотный. Вот, видно, где-то будет 3 бутончика. Вот они. Прям толстый-толстый. Ну, сантиметров, если это телефон, сантиметров на 15 все. Тут в кадушке сидит. Диаметр горшка 25 сантиметров. Здесь будет свисти. У нас кис Morning Glory. Первый раз будет свисти. Все, мечтала увидеть ее цветение. Вот тут еще бутончики. Так, что у нас еще тут свисти будет? Пойдемте ванду вам покажу. Цветоносы. Сейчас у меня пустовато. Готовлюсь к приезду растений. Поэтому максимально все сдвинула. Вот она, вандочка. Это аскоценда Vibon Sunset. Это будет оранжевая аскоценда. Имеет некрупные цветочки. Вот второй цветоносик в эту сторону полез. Ну, не крупная она будет. Но цветение обильное будет. Тут у нас цветет. А это вот осталось без корней. Трихоцентрум. Ну, не скажу, какой сорт. Маленькие такие. Бульба имеет. Будем наращивать корни. Да, покажу еще тут. Есть башмаки. Это называется уже последний шанс. Был у меня башмак. Это башмак Гениану. И много лет, лет 5 у меня стоял без движения. Вот деток растит и все, корни не давал. Тут мне девочка говорит: Саша, пробовал в воду его засунуть. Ну, потеряешь, потеряешь, может что-то даст. И, о чудо, здесь полезли новые корни. Вот они. С разных сторон. Ну, когда корни будут где-то сантиметров по 5, я его уже посажу в субстрат. Наверное, выберу субстрат, ну, в виде субстрата мох. Он где-то на уровне воды будет, и у него корни эти не закуклит. Так вот, в следующий раз буду без башмакам, без этого, без корней наращивать корни в воде. Так, что у нас тут еще? Вот еще вандочка с цветоносами. Это у нас моя первая ванда. Это я уже показывала видео Роберта Блэк. Вот, у нее 2 цветоноса в этот раз. Так, цветоносы. Ну, наверное, больше особо нету цветоноса. Металликаста белая цветет. А вот еще завязался. Пчелы были, поопыляли. И вот этот плод я, наверное, буду срывать, потому что высасывать силы с растения. Мне семена не нужны, сеять я не буду. Так, у нас башмак. Жду полного распуска. Это Стивен Свифт, гибрид Ротшильда. На кого? Что же забыла? Ротшильдианум на филиппинэнсис. А там дальше филиппинэнсис тоже бутоны дует. Это дендробиум цветет, дендрофаленопсис. Еще одна белая лекаста. Ну, тут цветок, конечно, немножко формы другой, красивее. Достала я 2 шамбурки, они тоже с цветоносами. Это у меня шамбурки, вот у меня цветонос. Цветонос вылез сразу, без периода покоя рос лес. Развернул листья, оттуда сразу полез цветонос. Это у меня шамбурки Томсониана. А вот это вот длинношеи с вот такими огромными бульбами. Цветонос идет, 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 пришел. И вот тут вот видно, уже начинают формироваться бутоны. Когда уже начинают формироваться бутоны, значит, уже цветонос прекращает свой рост и уже готовится к цветению. В данный момент 1, 2, 3, 4, 5, 6 цветов. Мне все интересно, какие они будут по размеру, потому что у меня другая шамбурки, но она намного меньше этой, ну, в раз, наверное, 3. Ну, не крупные цветки, по 4 сантиметра. Ну, посмотрим, что эта лошадь даст. Ну, здесь видно, что это шамбурки совершенно другого сорта. Тоже будет иметь длинный цветонос. Но сколько будет расти, не знаю. Здесь вот на Тибикинис
Цветонос, наверное, уже сантиметров 70. Обязательно покажу вам, как цветет. Ну, спасибо за просмотр. Пока-пока.